площадочка, на которой стоят эти щетинки, всегда должна быть чистая. Если вы увидели, что туда прилипла зубная паста, это грязная зубная щетка. Значит, к ней прилипла и гречневая каша с сосиской, и сыр с бутербродом и маслом. И вот эта часть зубной щетки становится рассадником инфекции. Доходчиво и просто о главном на лекциях Марины Галаничевой. За 40 минут увлекательной беседы врач со стажем рассказывает детям основы здоровья зубов. Что такое зубы и какими болезнями они страдают, как и чем их правильно чистить. Далее диалог. Ученики задают вопросы. В этот раз кадетов десятиклассников интересовало, насколько вредна жвачка. Прямо впитывают как губка, потому что эта тема крайне редко проговаривается в стоматологических кабинетах. Чаще всего времени на это нет. Но почему бы вот не найти для нас 40 минут, чтобы мы могли с ними в этот диалог включиться? Да, слушают. Лекция адаптирована от 1 до 11 класса под каждый возраст. По лицам кадет ясно, лекция прошла не зря, а способ подачи информации запомнится надолго. Классно рассказывают, жестикулируют, интересно подают материал. На сравнениях, на метафорах, его удобно воспринимать. Вот это классно. За 4 года волонтерства Марина Галаничева побывала в 50 учебных заведениях Петрозаводска. В дальнейшем планирует продолжить просветительскую работу. Анжела Маркевич, Владислав Будников, служба новостей.